привет, дорогие друзья, вы на канале Hockey Brothers! Ребят, давненько не было рандомных буллитов. Будет 5 кругов, будет один победитель, один забирает победитель. Сколько тысяч? Миллион. Правильно, 5000 рублей. Покушаешь, наконец, если выиграешь? Я хочу 5. Мы начинаем, поехали. Ребят, ну а спонсором нашего канала является компания FunBet. Надежный партнер, который поддерживает такие клубы, как Омский Авангард, Салават Юлаев и всю лигу КХЛ. Даже Александр Овечкин играет всем посылом. С регистрацией новых пользователей по промокоду HB2000 забирай 2000. FunBet будет удобным мобильным приложением. Мы начинаем, поехали. Кто первый хочет? Я. Ну, валяй, жми, Пак. Никакой буллит не упадает, мне все не нравится. Ну, мне, в принципе, по жизни, ничего по жизни не нравится. Ты такой душнило, бля. А ты потом спрашиваешь, почему я тебя посылаю? За это сейчас посылаю. Я тебя за счастьем посылаю, чтобы ты счастливый стал. За иди ты, блядь, за счастье. Вот, смотри, подарок тебе. Реально, на счастье. Держи монету. Марку держи. Что там, пацаны? Там Пак? Он что-то плохой. О, уважение. Мне вот это сказал. На маленьком поту. Что? Как он это сделал? Ты! Артем, походу, не знает, что у нас буллиты по рандомайзеру, и вообще другой от меня ждал. Что ты снимаешь? Убери камеру. И съемка видео запрещена. Олей, жми. Все тут понятно, ребят. Лефт. Это мне должно было выпустить. Петушара какая-то кукарекает. Короче, одна из самых любимых рубрик на канале, когда не надо ничего придумывать, просто тебе все рандомайзер. Ой-ой-ой. Знал, да, буллит? Ага. Рогазик тут за тебя. Я считаю, это его дефолтная. Забил? Мои любимые черенки, как всегда, в деле. Обожаю. И буллит я тоже очень сильно люблю. Да не было. Дима, мяч. Дима, мяч. Дай. У мяча герпес на клюв. Что это значит? Болеет. Ой-ё. Как будто он это так каждый день делает. Я тоже знал. Разочек хотелось перебрать. Пим-пимский. Пим-пимский следующий. Шалюха на борту. Ой-ой-ой-ой-ой! Залетело! О, все. Я ни разу еще ничего не выиграл. Я должен хоть что-то забрать. Должен. У нас есть еще один претендент на победу. 360. На удобную. А вот если он это раньше там до усов делал, это щитово будет или нет? Блин, ну было хорошо, штангу мне не дала. Штанга мне не дала, конечно, выиграть 5000. Если бы зашла, она могла зайти. Это было бы хайлайт Володи. А эти 5000 настоящие? Да. Или заметки только вносят? Не знаю, это вы продюсеры. После первого круга у Пима и у Корнея по одному, у остальных по рогалику. Мы переходим на второй круг. Поехали. One hand. Ты как голдоба. Ты как голдоба. Знаешь, налево падай, понял? Лежа вот когда. Годится! Неплохо, Корни. Бля, в таком порядке. Я такой профессиональный хоккеист просто. Главный вопрос всему каналу. Сколько раз Корней встал на буллите? Я насчитал 3. Но мы засчитываем. Три раза ты встал. Все ролики посмотрите и каждый раз посмотрите. Ты газуй, блядь. А ты покажи. 360, он на неудобно. Нет, ты встал прям. Ты встал и вот так вот делал. Да. В этот раз да. Да. А причем он согласен или нет? В чем задумка была? Убить вратаря? Вот типа 360 на неудобный должен был сделать. Чтоб я не затормозил. Ой, жопой отбили. Рахас, поехал. Попой в глаз. Да я не умею. Вилкой в глаз или ты Рахас? Я ничего не умею. Не-не-не, это точно не сильная сторона Рахазика. А показать-то влево-то уходит. Не надо ничего показывать. Я уже все показал всем. Валяй, жми. О, фристайл получается. Уволен. Тебя больше не держит в CHL. Ты знаешь, на рандом, там, ты уволен. А что, такое все может быть? Ну, это
если ты так будешь использовать свои попытки, не видать тебе 5000 рублев! Вся мана куда-то моя ушла, победно забивная. Береги клюшку. Мачту свою не сломай. Ну шо, пимпимский! Почему щелчку? Ах, не ходи. Ну, лобный щелчок, отличный вариант. Ну-ну-ну, Володенька! Ой, он мальчишек голос потерял. Жаги в голову. Как у него рядом? Как у тебя рядом? Давайте Артема убьем нахер просто. Он приходит раз в два месяца. И, Артемочка, ты очень хорошо стоишь. Чуть-чуть. После второго круга у Корнея 2 убьем один остальных по нулю. Мы переходим на третий круг. Поехали. Люди хотят побольше булитов от тебя. Сивой сон. Сейчас посмотрим, сколько раз Корнея становится. Вот первый раз. Вот второй раз. Вот третий. К твоему булиту. Какой же ты хороший человек, но плохой игрок. Даже не остановился ни разу. Кстати, пацаны говорят, что предыдущий булит я остановился. Я считаю, что чуть-чуть остановился. Ой, случайно дернулся. У меня, короче, когда вот так делаешь, она типа такая влево вниз. Я, походу, сегодня не приехал, судя по моим булитам. Лох какой-то. Я смотрю на Тему, он у меня все ворота занимает. Мне надо вот в эту точку, в одну попасть, он здесь сидит. Твой друг? Нет. Да, ладно. Было. Первое слово дороже второго. Бенч, официально заявляю, что Рахат сказал, что ты его ему не друг. Беди не без перебирания. Да, мы Бенча доведем, мне кажется. До чего? Ну реально, до слез. До Ивана? Угадал. Первый дернулся. Угадал. Ну я вообще ни разу не смотрел в очко, конечно. Было очень сложно, непредсказуемо. Дима мяч. Сейчас, возможно, будет падение на Тёмыча. Неплохо, мяч! Хорошо было, блядь. Хорошо было. Это неудобный, по-моему, был. Удобный. Да. О, да не надо, блядь, зацепить. Давайте. Что ты меня обнюхиваешь? А что ты не обзываешь? А как ты не обзываешь? Какая разница? Корней забивает, стоит, забивает. Пим, ты единственный, кто может противостоять этому блохастому. О-о-о, торможение раз, торможение три. 15! Не забил! Нету, блядь. Лучше бы черенком уже бросать. В очко. Что, получается, я последний. Да кто может Корней обыграть? Запускаю комбайчную. Очко. Носковат поднял. Что-то не то, что-то изменилось в моей игре. Раньше забивал больше. Когда был профессиональным хоккеистом? Нет, когда был на паузе. Ты знаешь, что майку на Авито продают? Да, слушай, хорошо беру. Я попросил поднять цену. Ребят, после третьего круга Корнея 3 у Пима по одному, остальных по нулю. И на последнем круге может все решиться. Поехали. О, тут-то все. Аппарат перестал давать? Аппарат Гольджи. Если ты хоть раз там остановишься. Давай. Лови у него! Лови! Вот и все. Вот она. Гол престижа, вот на концовочку поставили. Роза бил? Прости. Я получаю. Да, мистер Бенчик. Приехал. Мне надо убежать. Аппарат дает тебе второй шанс. Щелчак, суса. Куда ты бьешь? Куда ты? Зайди с левой стороны, с левой зайди. Вот это. Это было изи. Как говорят, Дима мяч просирал былую свою этот голиадорскую страсть. Он бы выиграл 3-5 челленджа и все. Давай, родненький! Ой, про что я говорю? Не было на выпуске, пусть не приезжал. Если Пим не забивает, то Корней досрочно побеждает в этом челлендже. Все затаили дыхание. Будет ли? На щитке осталось. Досрочная победа Корнея. Ну давай, Володь, добей последний. Круг добьем. А как надо? Ой, я обожаю. С колен.
одна! За выпуск одна! Достойно! Достойность! Досрочная победа у Павла Корниенко, у блатастого пса и нашего любимого черта. Будете все писать в комментариях. Корней черт, Корней пес, Корней черт, Корней пес, молодец, молодец. Забирает 5000 рублей, может наконец-то взять себе покушать. Напишите в комментариях. Напишите в комментариях. Обязательно 1000 лайков этому видео. С вами были Хоккей Брат. Всем пока.